Приветствуем вас на канале «Где мои дети?». Меня зовут Анна. А меня Женя. Новогодние каникулы – это то время, когда все дома и можно провести время со своими детьми. Сегодня мы будем делать новогодний шар в технике декупаж. Этот шар можно будет подарить родственникам или просто украсить елку. Нам понадобится обезжириватель, клей ПВА, кисточки, заготовки шара, ватные спонжи, ножницы, акриловый контур и салфетки с новогодним рисунком. Прежде чем начать делать нашу поделку, нам необходимо обезжирить наши заготовки. У нас для обезжиривания обычно жидкость для снятия лака. Я выбрала большой рисунок. Для этого мне нужен большой шар, чтобы рисунок вместился. Мне досталась салфетка с не таким большим рисунком, поэтому шар у меня тоже будет меньше. Жень, давай вырежем наши рисунки давай. По контуру. Кому мы будем дарить шар? Давай елку украсим. Давай. Так как салфетки у нас трехслойные, нам необходимо отделить верхний слой с рисунком от нижних двух белых слоев. Для этого нам надо очень аккуратно подцепить вот здесь вот с краешку нижний слой салфетки и отделить его. Будьте, пожалуйста, очень аккуратны. И если у вас маленькие дети, то помогите им сделать это, потому что салфетки очень тоненькие. Жень, я пока наливаю клей. А ты расскажи нашим зрителям, что надо сделать еще с твоей птичкой. Чтобы у нас птичка ложилась аккуратно и рисунок не деформировался, мы его надрежем по краям, чуть-чуть. Далее мы берем нашу заготовку, накладываем на нее рисунок, придерживая одним пальчиком, макаем кисточку в клей ПВА, и очень аккуратненько по краям приклеиваем, придерживая пальчиком, иначе салфетка становится влажной и может порваться. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш рисунок был не волнистый. Когда вы покрасили клеем, ваша картинка становится белой. Не пугайтесь, когда клей высохнет, она станет прозрачной. Ну а пока, Жень, мы можем с тобой оформить заднюю часть нашего шарика. Для оформления обратной стороны шарика можно использовать ту же самую салфетку или взять другие. Нам снова надо развернуть и вырезать фигурки, которые мы будем приклеивать на заднюю часть шарика. Или можно просто нарвать салфетку, если у вас задняя часть шарика будет однотонная. Мы опять отделяем верхний слой салфетки. Как мы и говорили, наш рисунок стало хорошо видно, когда клей подсох. Теперь таким же образом мы наносим на заднюю часть шарика клей и приклеиваем остальные детали нашей поделки. Самое главное – обработать стыки между картинками, чтобы картинки не задирались и не отклеивались. И поверх салфеточки обязательно тоже наносим небольшое количество клея, разравниваем и фиксируем. Если у вас салфетка однотонная, как у меня, то совсем не страшно, если салфетки лягут внахлёст, будут немножко неровные. И вот наши замечательные шары уже почти готовы. Осталось только просушить их. И добавить объем контура. А я контуром обведу птичку, чтобы ее было лучше видно. И для того, чтобы они дольше сохраняли свой красивый яркий вид, надо покрыть их обычным лаком для волос. Если вам понравилась наша идея, то смело повторяйте ее. Пишите в комментариях, как вы готовитесь встречать Новый год. Ставьте пальчики вверх. А если вы еще не подписаны на наш канал, то нажимайте на мордашку в правом нижнем углу этого видео.